України Олександр Ткаченко пропонує запровадити на новорічні та різдвяні свята повний локдаун, як у Європі. Так, за його словами, можна стримати зростання захворюваності на COVID-19. Такий же сценарій розглядають і у Кабміні. А що з цього приводу думають наші народні експерти, дізнаємось просто зараз. Не допомагає. Якщо люди самі не почнуть себе, как говорится, поддерживать свои какие-то нюансы, руки брызгать, в транспорте маски ходить, дома, извините, все протирать, тогда будет легче. Нет, ну вы сами должны понимать, что у нас люди, ну, всегда, ну, хотят праздника всего остального, но закрытие всего, ну, как-то, ну, испортит даже праздничное настроение. Была песня, чи вірш якийсь, що казала так, що сразу думай о родине, а потом о себе. От, так і тут треба думати про країну, а для цього ж, ну, не важко ж одіти маску або рукавички. Ну, я думаю, що ці мероприятия будуть проводитися на свіжому воздухі, то тут немає ніякої проблеми в проведенні таких мероприятий. Ну, а якщо це буде в якихось дворцах культури, в ресторанах, барах, ну, возможно, да, это отразится на распространении ковида. Правильно, потому что это общение сейчас большое количество. Вы же видите, что творится. Я, например, с этим согласна. Пусть после праздника гуляют, но сейчас нельзя это делать. Не поможет. Ну как, люди в будние дни ходят, а на свята не будут ходить. Конечно же, все равно будут собираться. Против, потому что вот так вот 100, 200, 500 тысяч человек вот вместе, и каждый... Даже обожди, кто-то поцелует кого-то, кто-то что-то сделает, а кто-то, я знаю, больной не будет. Никто же не проходит. Где же указывать нету, раньше ходили, были такое написано, я здоров. Ну, с больницы брали справочку, вот, пожалуйста. А сейчас же такого нет. Поможет, чтоб, ну, вирус не ходил, а чтоб он остановился немножко, а потом, ну, если остановится и не будет... Как в Китае куча людей ходить, тогда, может быть, он еще, ну, пропадет. Я хотела запитати вот про локдаун. Что думаете с приводу того, что на новый... Спасибо, мы не участвуем в этом. Спасибо. Это решение правительства. Ну, воно допоможе в боротьбі з ковідом? Никто не скажет вам. И вы? Я тоже. Дякую. Вважаю, что ні. Хотелось бы так и продолжать свою життєдіяльність. И радоваться жизнью. Обратить внимание на старших. А те, которые вот помоложе, ну, я считаю, что прям закрытие не сильно поможет. Здесь, наверное, зависит больше от каждого лично для себя.